Все мы любим получать и дарить подарки. Но мало кто из нас знает, что это также является сунной. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Тагаду тахаббу» – «Дарите друг другу подарки, и вы будете любить друг друга». Мусульманам можно дарить подарки не мусульманам, для того, чтобы смягчить их сердца и призывать их к исламу, так как Умар, радиаллаху анху, подарил одежду своему брату-многобожнику. Однако нельзя дарить им подарки в их праздники, так как это будет являться соглашением с их ложными праздниками. Приближается Айд-уль-Фитр, праздник разговения, и это еще один повод для того, чтобы дарить друг другу подарки, особенно детям, для того, чтобы они почувствовали сладость этого праздника. Дарите друг другу подарки, и вы будете любить друг друга.